Так получается, что нам для нашего спасения Господь действительно посылает все. Защита и помощь идет от самых кротких, казалось бы, самых незаметнейших людей. Они проживали свою земную жизнь в монастырях, в уединении, уходили от всякой славы, но молились за весь мир и отдавали себя Богу и людям настолько, что трудно даже себе это представить в нашем человеческом воображении. 15 января, в день памяти святого преподобного Серафима, Саровского чудотворца, священнослужители и прихожане Новоуральского свято-серафимовского прихода отметили престольный праздник своего храма. В общей молитве принял участие владыка Иннокентий, преосвященный епископ Нижнетагильский и Серовский. В молитве просим вот этого старца Серафима, который встречал всех, радость моя, вот с таким вот возгласом, Христос воскресе, под которым снег таял, так сказать, когда он был, принимал людей. И благодать была зримая, ощутимая всеми, теми, кто приходил к нему. Ну и, конечно же, она распространялась, потому что он являлся многим, исцелял многих, град ваш охраняет. Посмотрите дальше, после 903-го идет вдруг сразу у нас 995-й, а сегодня 2015-й, а потом будет 2033-й год, когда-нибудь уже нас не будет с вами, а память и слава его все время будут. И все время будет его помощь, потому что он в небесных обителях предстоит и молится уже за нас. И вот эта сила этой молитвы, обретенная через любовь, движимую верой, через смирение, кротость, послушание и многие другие добродетели, о которых нам даже только так вот известно, что они есть, и мы к ним даже близко не можем подойти, к этим добродетелям, которые обретали вот эти святые. И они все время считали себя грешнее всех. Вот в этом, на этом написано было, в этом была суть их смирения. Посмотрите, к какому покаянию он обратил народ русский. И как он с этим народом идет по жизни, с нашим народом. И как он заступается всегда и молится, и плачет о нашем, о судьбе именно народа, хотя и каждого человека в отдельности, но и всех нас. В этом году исполняется 20 лет Новоуральской церкви, освященной во имя Серафима Саровского. За эти 20 лет, благодаря небесному покровительству великого молитвенника земли русской, затворника и подвижника Божьего, усилиями прихожан, служителей и многочисленных благоустроителей, на глазах у всех горожан очень преобразились и территория вокруг церкви, и сам храм, ставший центром, развивающим духовную жизнь и объединяющим людей. А событий за эти 20 лет было немало. Все вот эти события происходили при стечении людей, которые приходили не просто так, на какое-то зрелище. Смотреть особо интересного не было ничего. Приходили с нуждами, приходили в болезнях, в каких-то тягостях. И всегда получали утешение и исцеление. Поэтому давайте и мы с вами непрестанно будем молить ходатая перед Господом за нас. Преподобный отче Серафиме, моли Бога за нас. Престольный праздник какой-либо церкви – это праздник всей епархии. Преподобный Серафим – один из величайших святителей земли русской. Он жил на земле во славу Божью 72 года, 6 месяцев и 12 дней, взяв на себя труднейший подвиг любви христианской, великую ответственность перед Богом за души всех людей и в первую очередь тех, кто обращался к Нему. А современники великого старца потом свидетельствовали, что, обладая даром пророчества, он предсказывал и будущее России, что еще при жизни за свои чудотворения и мудрость он снискал любовь и уважение как простых людей, так и представителей высших кругов российского общества. Паки и паки миром Господу помолимся, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и присно Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Новоуральская свято-серафимовская церковь и в обычные дни уже давно не вмещает всех желающих попасть на службу.
престольный праздник храм традиционно полон, а многие верующие идут к причастию. Правда, крестного хода на этот раз не было, но настроение из-за этого у людей праздничным быть не перестало. Тем более, что в богослужении участвовал преосвященный епископ Нижнетагильский Серовский Иннокентий. Владыка – частый, главный и всегда очень желанный гость Новоуральской церкви. И прихожане всегда очень дорожат общением с ним. Преподобный и вообще любой святой присутствует прежде всего в наших душах, в наших молитвах. Мы обращаемся к нему. Этого, для этого не надо, не обязательно ездить. Здесь частица мощей. Я бы, я не знаю, но так у нас ради вот такого благочестия особого, люди считают, что обязательно надо вот посетить, что это будет выше. Я думаю, что достаточно здесь быть, изменять себя, приступить к работе над своей душой, над сердцем, молиться больше и именно призывать на помощь преподобного. Этого достаточно. Я не вижу в этом какой-то сакральности особой в поездке. Конечно, хорошо, если есть возможность поехать, подышать этим воздухом, приложиться к мощам. Но и без этого, знаете, как в Иерусалим ходили когда-то паломники? Они шли пешком, потом ехали через... В общем, был трудный очень путь, а потом однажды вдруг, когда они доходили на гору, заходили, видели Иерусалим и говорили, крестились, и говорили: «Господи, слава Тебе, что я увидел это», и уходили. То есть им было достаточно прикоснуться только. Ну, у нас так, знаете, обязательно нужно, чтобы воды святой вылили ведро на человека. Хотя одной капли достаточно. Ну и напутствие тем, кто вот по разным причинам сегодня не мог побывать на службе, на ну, работе. Ну, такое поболел. Же напутствие. Молиться и надеяться на помощь, безусловно. Вот удивительно, что этот город под покровом находится как бы преподобного. Это тут особое его присутствие на этом месте. Поэтому обращайте к нему свои молитвы, но прежде всего, конечно, к Господу нашему Иисусу Христу, который пришел в эти дни в мир. Мы заново это всегда переживаем, и это для нас такая отправная точка на каждый, что ли, год. Мы должны помнить, что Господь, родившийся в яслях и принесший радость, родился просто, так сказать, в уничижении, не в славе, не в какой-то в тесной пещере, в темной. И не было места ему, как говорится, в стране. Так же, как и сейчас, для него места очень мало. Очень. Мы сами не даем ему места в наших душах, к сожалению. Поэтому на каждой службе молитвы об Украине... Не, ну, об Украине просто церковь всегда молится. И преподобный Серафим молился об Отечестве нашем. Каждый святой возносит эти молитвы. В принципе, каждый человек спасается отдельно перед Господом, отвечает за свои грехи, в том числе и за грех братоненавистничества такого. Но мы, церковь молится, поскольку это общество верующих, она молится обо всех сразу. И патриарх святейший, и все мы возносим эти молитвы. У нее самая главная задача водрузить, так сказать, и восстановить мир. Не политический мир вот этот, который там, церковь не участвует в этих переговорах, но молитва сильнее любых переговоров. Откуда берется вражда? Ну вот мы сами в этом виноваты, когда целый народ вдруг научили ненавидеть другой народ. Я не думаю, что это так. Не думаю, что это ну, надолго и не может быть, чтобы... Мы все равно... Крестились-то мы в городе Киеве. Наши братья. Скажи, куда денешься? Это же Киев. Да. Матерь всех русских городов. Я думаю, когда-то эта справедливость восстановится. Но когда наши души восстановятся? Это скорбь большая. Мы испытываем чувство скорби огромное по этому поводу. И церковь скорбит и молится. Молится непрестанно. На каждой службе во всех храмах возносится эта молитва. А их много, храмов. Здравствуйте, отец Михаил. Наша программа «Благовесть» продолжается. И на этот раз мы выходим на следующий день после праздника Великого Крещения. Вот расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям вообще, что это за праздник такой, его смысл и вообще смысл таинства, смысл принятия этого таинства для человека. Здравствуйте, доброго здоровья всем.
Мы знаем из церковной истории, из жития, из житий, что Господь наш Иисус Христос по достижению 30-летнего возраста вышел на проповедь. В то время был такой закон, что раньше, чем 30 лет исполнится человеку, он проповедовать не мог. И вот в 30 лет Господь вышел, чтобы проповедовать. И первым делом, что он совершил? Он совершил таинство крещения у Иоанна Крестителя. Тем самым он дал пример всем нам, что мы, все мы, которые желаем идти за Христом, которые желаем распинаться Христу, мы тоже должны принять таинство крещения. Еще в одном из Евангелий Господь сказал, что кто веру имеет и крестится, тот спасен будет. Это значит, что если человек принял решение креститься, то он обязательно должен иметь веру. Только в этом случае он будет спасен. А что значит иметь веру? Это значит жить по вере. Не просто веровать, потому что бесы тоже веруют, как сказано в Писании. Бесы веруют и боятся, трепещут, боятся будущего наказания. Мы, конечно, не так должны веровать. Мы должны свою веру показывать жизни, потому что апостол Павел сказал, что вера без дел мертва. И вот мы должны своими делами, конечно же, добрыми делами, свою веру доказывать. И вот крещение как раз является одним из тех добрых дел. Да, ну да, начало тех добрых дел, потому что крещение также еще является и рождением в жизнь новую, в жизнь вечную. И вот этот первый шаг на трудном, тернистом духовном пути, который мы совершаем. Это таинство крещения. И вот Господь своим примером нам показал, что мы, если желаем, конечно, следовать за Христом, желаем спасения, то мы должны принять таинство крещения, что мы с вами и совершаем. Ну, а вот если вот такая вот ситуация возникает, допустим, человек, ну, так получилось, да, вот он, допустим, в возрасте, раньше его не покрестили, в церковь вот он ходит, но таинство крещения по каким-то причинам не принимает, считает, что это не нужно. Он ходит, вроде как заповеди исполняет, не нарушает. Может вообще такая ситуация быть? Сколько угодно такой ситуации существует в жизни. Но дело в том, что человек, если он не совершает таинство крещения, не участвует в таинстве крещения, то значит он, видимо, не желает следовать за Христом. Потому что ведь Господь сказал, кто верует, кто имеет веру и крестится, тот будет спасен. Вот два условия. Стало быть, одно из условий не выполнено, не крестится человек, не принимает таинство крещения. Стало быть, человек не желает спасения. Только так это можно понять. Тем более в наше время, что мешает человеку принять таинство крещения. Ведь много храмов таких, которых крестят в больших городах, каждый день крестят. И можно при желании покреститься в любом из больших городов, в любом храме. Но, а если нет такой возможности в большом городе находиться, то в маленьких городах там каждое воскресенье практически тоже совершают таинство крещения. Вот ситуация обратная. Человек крещен, но не ходит в церковь, не исповедуется, не участвует в службах. Считается, что он крещеный человек? Ну, что крещенный считается, что он церковный, называется воцерковленный человек, конечно, он не воцерковленный. Тоже сплошь и рядом такая ситуация у нас в стране. У нас крещение часто происходит традиционно. Ведь было время, когда вот, до революции, по крайней мере, человек рождался, и что первым делом совершали? Его крестили. Маленького младенчика крестили. С этого и начиналась его жизнь, с крещения. И вот так вот привыкли к этому. И, в общем, крестили всех. И вот, когда его эволюция закончилась, все прошло, то лихолетие закончилось, и советское время, когда было, люди по традиции крестились, тайно крестились, любыми способами, но крестились, опять же, это чисто традиционно. И, в общем-то, на таинстве крещения вся жизнь церковная и заканчивалась, к сожалению. И таких людей тоже много в наше время, которые, может, и даже сами принимают, уже во взрослом состоянии принимают таинство крещения, но в церковь не ходят, в таинствах не участвуют, в общем, церковной жизнью не живут. Конечно, это очень жалко,
Но человек считается крещенным, но воцерковленным не считается. Раз он в жизни церковной не живет. А еще ведь есть такие правила, ну, по крайней мере, это апостольские правила так звучат, что если человек три воскресенья подряд без уважительной причины пропускает храм, то он отлучается от церкви. Такое строгое правило. Как бы он сам себя отлучает добровольно. Это очень, конечно, печально. А что в данном случае может быть именно уважительной причиной? Владыка Викентий в свое время говорил, одна, говорит, причина может быть. А ему тоже кто такую причину сказал, кто-то из таких авторитетных отцов. Что вот, например, горит дом, а ты подняться не можешь, потому что болен, прикован к постели. Вот это причина, что ты не можешь встать. Даже если дом горит, а ты встать не можешь. Можешь сгореть даже вместе с домом, но все равно ты встать ты не можешь. И вот эта причина только и может быть, чтобы не ходить в храм. Ну, конечно, это вот если храм есть поблизости. Но бывает, если человек там где-то живет на крайнем севере, и до храма там 500 километров, и на тракторе нужно ехать, а вдруг такая пурга случилась, что это невозможно сделать, то, конечно, если человек пропустит богослужение, то греха никакого не будет совершенно. Это уважительная причина. Ну и, конечно, болезнь. Ну, еще бывают разные в жизни причины, конечно. Вот бывает даже, что вот часто, ну, не часто, но и нередко такое бывает. Вот, например, человек не пошел в храм ради того, чтобы в воскресный день помочь другому немощному человеку в чем-то, ну, хотя бы вот больному человеку в чем-то помочь. И вот эта вот помощь, которую оказывает тот, кто в храм не пошел, и вменяется как раз вот как в поход в храм, и уже тоже грехом считаться не будет. Но если человеку просто неохота было утром подняться, пожалел себя, сказал, что вот я, дескать, устал за неделю и отдохну, отосплюсь, а уж потом, Бог даст, может, схожу в другой раз. Вот, конечно, это причина неуважительная. И тем более от Бога мы все получаем. Все из десницы Божией. И крепость, ту силу, которая нам необходима в жизни, мы тоже от Бога получаем. Если мы пойдем в храм, помолимся, горячо помолимся, то, конечно же, мы получим вот ту силу, которую мы пытаемся вот в лишний час поспать, получить ее. Мы получим ее в храме, даже больше получим, чем это нам нужно. И поэтому храм просто, ну, необходимо ходить для нашей же пользы. И для здоровья телесного, и для здоровья духовного. Как часто вам задают вот вопрос, в каком возрасте нужно принимать крещение? Ну, таких вопросов как бы звучат, они, ну, не так часто, редко звучат. И я только скажу по опыту, вот как у нас происходит в храме крещение, то, что если, например, у нас совершается таинство крещения, то, например, идет такая пропорция 1 к 10, примерно, конечно, 10 младенцев и 1 взрослый. Вот так у нас сейчас крестится, примерно 10 взрослый, младенцев. Взрослый, который вот на данный момент по каким-то причинам… В свое время, да, но взрослый имеется в виду там лет уже, ну, за 20, там, 30 и 40, и 80 бывает. Ну, вот уже такие сознательные люди, которым уже далеко за 20, они принимают решение, что пора вот стать православным христианином и креститься. Вот. А в основном детей… Это такое решительное желание. Ну, конечно, это уже сознательное крещение, да. И поэтому вот… Ну, а в каком возрасте… Я в связи с чем задала вопрос, вот просто бывает очень часто, я лично слышу даже, что вот ребенок родился, да, и родители говорят вот так вот, ну, сейчас мы его крестить не будем, он еще маленький, вроде как вот, дескать, за него решать, вот он вырастет, захочет, пусть сам крестится. Ну, вот этот, как бы, аргумент и верный, и неверный. Как бы, да, хотелось бы, чтобы человек сам добровольно пошел, принял таинство крещения. Но дело в том, что вот когда младенчика крестят, после крещения уже младенчика можно причащать честных христовых тайн. И вот когда младенчика причащают, то младенчик, он по-другому растет, по-другому развивается. Во-первых, он и чувствует все это.
Потому что вот когда даже младенцев причащаешь, видно, вот что он понимает. Вот он подходит, его подносит, вернее, к чаше. И вот такая чистая душа – это ангел, это просто ангел еще. Вот чистая душа – ангел, ангельская душа. Значит, может, он даже спал до этого, и вдруг он открывает глазки, и ротик сам открывает, и принимает таинство, принимает причастие. Вот вроде бы никто его там не учил ничему, просто душа его чувствует. Ведь дети, они чище нас, взрослых. Грехов у них нет совершенно. Младенчики, какие у них грехи? И вот они чувствуют, они ближе к Богу, и они чувствуют ангелов, они видят ангелов, они Бога чувствуют. Стало быть, крещенного младенчика уже будут воспитывать в православной вере, какие-то ему навыки прививать в жизни, вот эти христианские, чтобы младенчик, по крайней мере, походил на православного человека. А если ждать, пока он достигнет возраста, то... Ну, мы сейчас знаем, как, что у нас в школе творится, что у нас на улице творится, что у нас в СМИ творится, чему учат наших детей. И по достижении какого-то возраста сознательного, может, ребенок уже и никогда не примет таинство крещения, может, даже станет каким-то сатанистом, к сожалению, такое тоже бывает. Вот и поэтому, как бы, как говорится, балка двух концов. И вот некоторые говорят, что да, вот младенчики мы их вроде как насильно крестим, они, может, и не хотели бы, чтобы их крестили. Но если мы крестим младенчика, то мы должны, стало быть, воспитывать его в православной вере. И тогда уже младенчик, когда вырастет, он нам упрека не скажет, не сделает упрека, не скажет, что, дескать, вот зачем вы меня крестили? Я не просилась, да? Если это будет, значит, при условии, не будет упрека, при условии, что ребенок будет воспитан в православной вере. И поэтому, в общем, то, если человека крестит, то, значит, вот родители должны воспитывать ребенка, а чтобы воспитывать, нужно самим научаться православной вере. И как бы вот такая цепочка образовывается, и ребенок как бы приводит всех остальных членов семьи к Богу. Через ребенка все приходят к Богу. И поэтому, в общем-то, я считаю, что нужно крестить младенцев, младенчиков, и не ждать, пока он вырастет и станет непослушным, неуправляемым, и, может, никогда к Богу не придет. Вот вы уже упомянули вот это понятие «крестные родители». Какой смысл заключен в этих словах? Кто может быть крестным родителем? Ну, все... И обязательно ли? Обязательно. Даже у взрослых? Нет. Вообще такое правило существует, что крестные родители могут быть только... Не только, а должны быть у детей до 12-летнего возраста. Ну, крестные могут быть и даже у взрослых, такое тоже бывает. Бывает. Ну, во-первых, кто такие крестные? Вот мы уже только что говорили, что младенчиков крестят несознательными, стало быть, они за себя не отвечают. Так вот, младенцев крестят по вере родителей и по вере крестных родителей. Это значит, что ответственность на себя берут и сами родители этого ребёночка, и крестные родители, которые... решили вот стать крестными родителями. И они несут ответственность перед Богом. Это действительно очень высокая ответственность – быть крестным. Вот. И вот эти вот крестные родители, они уже, когда суд будет совершаться над ними, они будут еще отвечать и за то, какими они были крестными. И вот поэтому крестные родители, они обязаны принимать участие в воспитании вот этих возрастающих младенчиков. И по мере возрастания младенцев они должны обучать, научать младенцев азам православной веры, православной веры, там, молиться за них, в храм ходить. Ну, конечно, это все делается совместно с родителями. И вот если вот это все будет совершаться, то, значит, ребенок и будет воспитан в православной вере. А кто такие крестные родители? Во-первых, это люди, уже крещенные в православной вере. Это главнейшее условие. Люди, которые... серьезные, сознательные, которые действительно сознательно подошли к таинству и намерены быть нормальными крестными родителями и эту свою эту обязанность, высокую, почетную, трудную обязанность исполняют, как им положено быть. Конечно, не упиваться вином, не развлекаться, как вот то, что вредит нашей душе, не смотреть значит, душевредные передачи, не слушать, не смотреть, книги не читать, такие вот душевредные. Их сейчас, к сожалению, во множестве.
Вот, а то, что полезно для души, только и вот внимать, только это вот и читать, и смотреть, и слушать. Те крещенские купания, которые практикуют люди на крещение, в преддверии крещения, это не противоречит жизни православного человека? Нет, это не противоречит совершенно, и, в общем-то, церковь как бы спокойно к этому относится. Но просто люди, которые, какое они значение придают вот этому всему купанию, вот тут уже много ошибок. Некоторые люди что думают? Вот, например, он в крещенскую ночь искупается, и все грехи, которые он совершил, они как бы в проруби останутся, смоют себе грехи. Вот они это останутся там вместе с ним, да? Они только, да, могут в проруби вместе с ним остаться. А если он, значит, выплывет из проруби, то, значит, они вместе с ним И всплывут, и вместе с ним, вот с этим моржом, его так назвать можно, они будут продолжать жить. Вот, и поэтому грехи, они во время вот этого купания, они, конечно же, не смываются и не прощаются. Есть таинство, великое таинство покаяния, когда приходит человек и, стоя перед лицом Божиим, кается в своих грехах, искренне кается, горячо кается, дает обещание исправить свою жизнь, и получает прощение грехов, и получает силы, чтобы исправить свою жизнь. Вот те духовные силы, которых у нас ни у кого нет из людей. И человек это получает, и с Божьей помощью исправляет свою жизнь. Вот только где грехи смываются и прощаются. Но если человек здоровый вполне, если он искупается в крещенскую ночь, греха уж точно не будет. Хотя может быть грех. Грех может быть тщеславие. Человек выйдет из купели и скажет: «Какой я? Какой я? Я вот искупался вот в такую ночь, и вот я какой. Смотрите на меня и любите меня все». Вот это, конечно, вот такой только единственный грех может быть. Ну, а если вот для здоровья, вот опять же, у каждого свое здоровье. Но я лично не купался и пока не буду купаться, думаю. На будущее для наших телезрителей, как правильно потом вот провести этот день крещения, Господня, праздник? Ну, я опять скажу, так сказать, такую слова повторюсь, что лучше, конечно, самое лучшее сходить на богослужение, но, к сожалению, день будний, и не каждый сможет, вот. Ну, хотя бы дома почитать акафист, ну, что-то почитать духовное, вот, это было бы хорошо. Ну, если есть возможность в храм, конечно, в храм, и не просто в храм, а на причастие. Воды набрать обязательно нужно, потому что у нас такая традиция есть у православных, что мы в этот день, день крещения, набираем воды святой, и потом она у нас год, мы ей пользуемся. Я знаю случаи, конечно, хранить, это от хранения тоже много зависит, но больше зависит, сохранится ли вода, как она долго сохранится, зависит от духовного состояния человека. Вот я лично знаю случаи, когда, вот, как говорится, из одной и той же вот емкости берут воду. У одного она годами стоит, эта же вода, а у другого человека буквально через каких-то дни пропадает. Она просто меняет совершенно, там зелень какая-то появляется. Но что-то. Не случайно, да? Это не случайно. Ну, причина какая может быть? Это просто такой звоночек этому человеку, чтобы он задумался, почему, что он принес воду, и она у него вот так вот. Даже простая вода за такое время испортиться не может. А тут святая вода, и вдруг вот она, ну, так скажем, испортилась, вот такой вид приняла, зеленоватый оттенок какой-то там, что-то, в общем, там взвеси появились, ну, в общем, неблаговидный у нее вид. И поэтому это уже бывает такое, ну, это редко бывает, но такое бывает. А если воду, если человек нормально, благоговейно к воде относится, молится, вот в храм ходит, исповедуется, причащается, десятилетиями вода такая стоит, десятилетиями, и ничего не делается. В заключение нашей беседы, вот ваше напутствие нашим телезрителям, православным христианам, в связи с темой, вот да, у нас много крещенных, вот такая поговорка даже есть, много крещенных, но мало просвещенных. Что это значит? Это значит, что действительно вот в младенчестве многие были крещены, но в церковь не ходят. Так вот, хотелось бы, чтобы люди ходили в церковь и стали просвещенными. Ведь еще, кстати, праздник Богоявления, он имеет три названия. Крещение,
богоявления и просвещения. Святые отцы так называли этот праздник. Почему? Потому что Господь просвещает тех людей, которые, как вот в Писании сказано, в тени смертной сидят. Вот в темноте, живут в такой тьме живут. Вот, живут на ощупь, и поэтому не видят истины, не видят правды, и поэтому совершают очень много ошибок. И вот я бы всем пожелал, чтобы те, кто крещенный, кто во младенчестве был крещен, чтобы как раз просвещались бы, ходили в храм Божий, молились бы, исповедовались, причащались, и вот через это бы пришли к вере православной и стали бы настоящими православными людьми. Ведь действительно, вот мы русские, вот наш народ русский, имеет такую веру, вот ни один народ такой веры больше не имеет, как какую мы имеем веру. И вот если по этой вере жить, а почему эта вера хороша? Да потому что... Да. Ведь вот на земле много вер всяких, да? Есть вера, там Бога признают и прославляют его, да, это все правильно. Но наша вера еще научает, как правильно жить. Вот все расписано, святые отцы уже прожили жизнь, и они уже вот по полочкам все расписали, как нам правильно жить, что нам нужно в этой жизни делать, как себя вести, как относиться к самому себе, как относиться к ближнему, к Богу относиться, вообще ко всему то, что в жизни мы, чем пользуемся в жизни, чем живем в жизни. И вот эта вера нас как раз и научает. И еще она дает силы, а еще нас научает любить. Научает любить человека, научает любить Бога и, конечно же, научает нас спасению. Вот поэтому вера у нас великая, и поэтому нужно дорожить этой верой. И вот пока у нас она, пока мы живы, пока у нас есть силы, разум, мы должны этой верой пользоваться. Должны, это значит, как пользоваться? Значит, жить должны по этой вере. И вот я всем желаю, себе желаю, и всем вам желаю жить по вере христианской, дорожить этой верой, радоваться в этой жизни, благодарить Бога за все. И вот тогда мы, я считаю, так думаю, достойно эту жизнь проживем, эту временную жизнь. И будущее, которое жизнь нас ожидает, тоже будет у нас блаженной. Спасибо всем Господу. С праздником всем.